Для любителей морепродуктов Я. сейчас вам покажу новый салат. Вроде в интернете его нет. Делаю я его уже, наверное, открыл его с месяц. В общем, берем кальмаров, берем морскую капусту там с морковкой. Вот такую типа. Вот она тоже, тут я просто перевалил с другой этой. Вот. Режем, смешиваем, и получается просто бомбический салат. Те, кто любит вот кальмары, морепродукты, просто вот что-то напоминает Филадельфию роллы. Так, ну, конечно, не напоминает, но просто красота. Значит, делаем так. Так, к салату я привлек своего помощника по кухне. Су-шеф. Су-шефа. Вот. Вот, значит, берем просто чисто салат, режем кальмары. Режем кальмары, туда их бабах, Все думали, что получится плохо, когда я первый раз сделал сам. Но потом, да, вот видите, сначала слой этой морской капусты, потом кальмары, чтобы легче было перемешиваться. Еще раз повторяю, такой вкус очень специфический. Ну, кто вот там любит такую кухню, это прямо самый самокат. И все это перемешивается. И дать немножко постоять. Но чтобы как бы пропитались и кальмарчики вот этим вкусом, и капусточка морская. И самое главное, полезно. Все полезно. И по цене у нас получилось. Можно еще морковки добавить. Не надо. Не надо. Что это? Не надо. Не надо. Вот. Все это получилось. Значит, кальмары 50 рублей банка. Капуста 38. 36. Тебе? Давай. Но надо немножко подсоединять ему. Ну как? Вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Просто всем рекомендую. Вот. Ставьте лайки. Вообще, с таким салатом, не знаю, как его назвать. Нам, может, никто так не делает. Назовем ее салат Вася. Нет, назовем ее салат Топор. Салат Топор. Из Балтийска. Балтийский топор. Балтийский топор, вот. У нас потому что торт Вася есть. Здравствуй, Вася. Торт есть. Вот еще сегодня я замутил, значит, пожарил кабачки. Режем их пол сантиметрика. С двух сторон обжариваем. Там с лучком можно. И соус такой, сметана-майонез, один к одному. Вот, ну 50 на 50. Укроп, чеснок. Вкуснотища. Ну, легкая еда летняя. И с лучком можно. И лучок сюда тоже так раз. Лучок вырос на собственном огороде, кабачки пока нет. Подписывайтесь, лайки, ну и все такое.